彼はフェン少佐、本作戦の実動隊を指揮します。少佐、彼女はプロフェッサーエミール・クラムスコイ、かの放射線理論を提唱しミダスの母と言われる人だ。この研究所の所長でもある。階級は大佐。よろしく隊長さん。フェンです。ではプロフェッサー、早速各施設の概要。お前いきなりそれはないだろう。いや、気を使ったつもりなんだが、敬礼が必要だったか。いいえ、いいのよ。私、頭のいい人は好きよ。仲良くやれそうだわ。これが今我々がいるセンターコントロール、敷地の端に位置しているわ。ここで全ての装置を完成制御することができる。この環状の輪が粒子加速器、全長 112km、 出力は 8.1 テラエレクトリックボルト、世界最大よ。中央の目玉は第8世代の新型加速器。中央の反応炉に向けて放射線状に伸びているのがリニアックよ。ここで加速された粒子を集中照射して中央で冷気状態を引き起こす。施設の地下全体に設置されているコイル群が磁界を制御するわ。簡単に言うと、そうね、磁界の虫眼鏡ってところね。仮に暴走が起こるとどうなる？そうね、放射方向は限りなく水平になるから、まあ直径 1600km の平坦な土地ができる程度かしら。ここからだと海岸に達して水深誤差2ミリに満たない湾が一瞬で完成。世界の水没現象を止めるのに少しは役立つかもね。Thank you.
Так, не понял. Подвисло, что ли? Секунду. Ага, все. Ну, я не прошел еще. Точнее, второй раз не прошел. Я же сейчас играю уже второй забег. Ну, точнее, третий, но на харде второй. Первый я на стрим не бегал. Просто хочу FM-ку добить. Да и, в принципе, интересно на харде доиграть ее. Эмуль. Ну, я говорю, попробуй проверить все настройки на компе самом. Ну, если заработало, это же отлично. Или ты про ремнант?
しきたな。意外と多いな。やつめ、我々の知らないバンツァーの調達ルートを他にも。な、どういうことだ。故障か。全センサーが誤作動するとは考えられません。これは全てバンツァーです。なんてことだ。こいつはテロじゃない、戦争だ。Ну, в принципе, тоже можно. А, помню, помню. Конец первого диска практически. Насколько я помню. Чуса! Куро, какого? Эрия 51, кёка торемашта. Кансок кики ва цуманай карана. Заннен дес. Мочи котаэро ё, Уолта. Шину кото ва юрусан. Ну так нормально. На фул надо проходить. На фул. Почему они все на ящиках стоят? Понятно. Пошли, когда где-то еще 6 РП, ну ладно. Тут тоже человеки могут быть. Опа. Это интересно. А, или это она типа арена симулятора так открывает.
пацаны, это Саката. Рюджи. Какие люди. Блин, я тоже себе хочу Сентилу с гризексовскими руками. А вот это вот прикольно даже. Это что, фрисшот, финт и тимбрейк, а бисшот? Неплохо, конечно, но можно спокойно поменять на того типа.
Блин, вот это грузоподъемность. Может ему близажу вернуть, а этого это ланчеру повесить, а? Или просто на спину повесить какую-нибудь бегу. И не париться. Зениты наконец начали раздавать обычные. Ну, обычно неинтересно. Процентов точности маловат, конечно. Попробуем разок.
Так, секунду. С ланчером бы еще разобраться, я там что-то поменять хотел. Спокойной ночи, Чупакабра. Ну, поехали.